В жизни, наверное, главное найти человека, влюбленного в тебя настолько же, насколько Саватеев любит математику. Возьмите сталинские учебники, все хорошо там. Все мы помним цитату Германа Грефа. Хороший менеджер Сбербанка. Да ты лезешь, какое образование, о чем ты говоришь? Да ты ничего про школу не знаешь. Принудительная цифровизация школы вот в таком тотальном плане, это, конечно, огромное зло. Те, кто считает, что я отдам своего ребенка на Запад учиться. Я бы не советовал никому уезжать. Предательство – самый страшный грех для русского человека. После 24 февраля многие просто испугались. Я лично участвовал в написании письма, которое попало президенту на стол. У вас есть видео интересное – математика военных действий. Математика выигрывает войну. Командовать парадом должен Алексей Саватеев. Да, да. Хочешь сформулировать задачу, которую чья страна лучше решает, та, в общем, имеет больше шансов на победу. И они бегут сюда, они бегут и терпят тоталитаризм, терпят там Путина нашего, да? После этого интервью будем сидеть вместе. Алексей, очень рада вас видеть. Можно я приоткрою завесу тайны, как мы договаривались с вами об интервью? WhatsApp у вас нет, Telegram-а нет, зато есть кнопочные телефоны и обычные смс. А, зря из кадра убрал, да, его? Я его убрал, чтобы он не мешался. Как вам удалось не податься всеобщей моде на смартфоны? Я предпочитаю, чтобы я командовал прибором, а не наоборот. Все. Слушайте, здорово. Я думаю, все остальные люди уже давно рабы своих собственных приборов. Они, наверное, скажут, что это просто облегчает жизнь, потому что ну как жить, когда в смартфоне интернет, навигатор, такси, доставка еды. Вы что, всем этим не пользуетесь? Евреи в Египте тоже, в общем, не так плохо жили. Их кормили, работу давали. Но Моисей увел. Приходит ребенок и говорит, дай, 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 а у Маши, а у Вани, а у Тани смартфон мама не запрещает, а вот ты такой плохой. У меня не приходит. А ваши пятеро детей тоже пользуются только... Мише мы дали разрешили в 14 лет. Разрешили. Ну, в принципе, он не то, что хотел до этого. То есть уже решили, что, в принципе, совершенно неважно, у него этой зависимости не возникнет. Ну, то есть идея следующая, что до 10 лет это преступление просто. Мы как-то ехали на корабле, возвращались из огромного похода по плато Патарана на Таймыре длиной в месяц. И вот мы возвращаемся из этого похода на корабле вместе с цыганами. И мы с ними ехали, и там вот цыганский барон, у него сынишка бегает полтора года и курит. Угу. Для нас это что-то, ну, за пределами вообще... Это ужас. Вообще, да, добра и зла, то есть что-то за гранью, какой-то кошмар, да? То есть, а для них, смотри, какой крутой, да? Вот это называется сын барона, он курит полтора года. Вот, это я к тому, чтобы давать детям рано смартфон. Это наркотик. Это 100%, да. Ну так наркотики мы даем детям? Нет. Но вы у нас все-таки основной еще популяризатор математики среди детей и взрослых. Если я вас попрошу ответить на вопрос, что такое математика, что вы скажете? Математика – это язык, который Бог дал людям, чтобы они извлекали пользу из окружающей материальной действительности. А в чем кайф математики? Вот это вот довольно интересная штука, что вот этот язык, он классный. То есть, казалось бы, да, как может быть язык классный или не классный? Это язык. Французский, немецкий. Но бывают же люди, которые говорят там, мне нравится французский язык. Да, он красиво звучит. Красиво, на нем поет Джудас. А вот английский какой-то там язык дельцов, да? А математика — это язык, который как бы, ну, к самым высоким интеллектуальным свершениям, да, призывает. Вот он сам призывает к ним. То есть математика как бы это наполовину язык, как вот английский какой-нибудь, а наполовину это вызов, это интеллектуальная деятельность сама в нем проходит. Угу. И, соответственно, если ты хорошо с этим языком знаком, ты не просто на нем разговариваешь, ты сам начинаешь решать задачи, ты разбираешь вначале чужие решения, а потом ты понимаешь, что тебе, в общем-то, интересно и самому попробовать что-то решить, да? Угу. Вот эта радость первого проведенного логического рассуждения, да, в жизни где-нибудь, 8 или 9 лет, когда ты что-то доказал сам, не то что что-то от папы узнал или в школе, а ты сам провел рассуждение и его кому-то, как сказать, сдал, да? То есть... Ну, то есть ты умный. Привет. Да, ты умный. Вот, да. То есть ты вдруг понимаешь, что ты умный, ты можешь, ну, ты можешь логически рассуждать. Математика — это просто сама красота. На самом деле ничего красивее математики нет. Вообще ничего. Никакие ни художественные произведения там. Единственное, что может с ней
тягаться – это музыка. Ну, вы очень многие школьники, наверное, не разделяют эту точку зрения, почему для них математика – это сложно. Ну, потому что входной действительно барьер большой. Если тебя на вертолете или на фуникулере завезут на какую-нибудь гору, о, ты скажешь, какой классный вид, а, вообще обалдеть, красотища какая, и я даже на нее пешком не шел, да? Но на самом деле, по-настоящему, вот оценить красоту можно, только если ты сам лично зашел, да? Ты вот идешь в гору, тебе тяжело, человек обливается потом, да? Ползет, хватается за траву там. И вот он, как бы он сам это сделал лично. Так вот, в математике вертолетов не существует. Да, своими да, ножками. Да, шаг за шагом и никак иначе. Понятно. И это трудная вещь, но она тебя как бы она тебя вознаградит потом. Ну, вообще, видно, что вы влюблены в математику. И, кстати, под одним видео прочитал забавный комментарий. В жизни, наверное, главное найти человека, влюбленного в тебя настолько же, насколько Саватеев любит математику. Ну, как заразить этой любовью ребенка, если вот для него это сложно? Не хочется. Никак, вот есть какие-то никак, лайфхаки? Может никак. Быть, сесть с ним вместе, какие-то формулы ну, разобрать? Можно, может быть, что-то это, начертить? Ты, как бы, ты не заразишь, а откроешь в нем, если в нем это было. Из моих детей далеко не все. Не все любят математику. Нет, не все. То есть это не передается, в общем-то, эта любовь по наследству и никак не прививается. А да, развить эту любовь? Развить никак? Любовь можно еще как. Вообще есть четыре варианта. Так. Первое. Ты не способен к математике от рождения и не любишь ее. Вариант совершенно понятный. Ты там будешь либо киношником, либо, может быть, художником, либо, может, писать романы. Певцом, да. Певцом. Ну или актером. Курьером, не знаю, может блогером. Курьером. Чаще всего, конечно, курьером. Сейчас, да. Ну курьером. Вот. Но, в принципе, да, возможны варианты. Ну, к такому человеку не надо подъезжать с математикой, хотя, разумеется, в школе есть программа, ему придется все равно сдавать. Второй вид – это когда способности есть, а желания нет. Угу. Это самое обидное. Потому что самое обидное для нас. Вот, для учителей. Для учителей. А вот моей тете было обидно, когда я стал математиком и бросил аккордеон. Потому что такие музыкальные способности, и вы их зарываете, да? То есть здесь, да, по-разному бывает. Но вот нам бывает очень обидно, когда человек со способностями не интересуется. Но есть еще два варианта. Да, правильно. Третий, четвертый. Третий, четвертый. А говорила гуманитарий. Да. Не ври! Это мы. Не ври, не ври. Вот, как это. Изя! Нет, как, Изя, ты хочешь чай? Да, хочу. Так встань и налей. Тогда не хочу. Тогда ну, сиди да, и да, не да. говори. Так, значит, вот у нас как бы способности и нет способностей, да? А любовь и нет любви. Так. И все четыре варианта, в принципе, к сожалению, существуют. Вот, вся эта картиночка. Так вот, если человек очень любит математику, но к ней не способен, это тоже дико обидно. Но не нам, а ему. Математика равнодушна к нему, но, как это сказать, надо привыкать. Девушки тоже иногда будут равнодушны некоторые, да, а другие, например, нет. Надо искать другие области, влюбляться в них. Понятно. Ну и самый правильный вариант, конечно, это когда у тебя и способности, и любовь. Ну тогда все, весь мир у твоих ног, все олимпиады, вперед. Только работать придется очень много. Слушайте, но это будет с удовольствием происходить. То есть, например, мой старший сын, который трижды призер и один раз победитель олимпиад, да, всероссийских. По математике и информатике. Угу. Он по 8-9 часов в день он самостоятельно с огромной любовью решал задачи. Это здорово. А остальное время в футбол играл. Вот, то есть это как бы самый хороший вариант. Но многие пытаются мотивировать как родители. Говорят, что если ты будешь учить математику, то потом получишь престижную профессию. Сегодня нет, математика в основе экономика, финансов, IT. Это нет, не работает? Дерьмо мотивация вообще никакая. Потому что кто пришел в математику за деньгами, тот как бы просто не в ту дверь постучался. Да. Деньги можно заработать иначе. Например, но все мы знаем... пистолет взять, прийти в банк и ограбить его. Все мы знаем пример Григория Перельмана, который доказал гипотезу Пуанкаре, потом вообще отказался от миллиона долларов. Ну да, да, да. То есть, ну, как бы всякие бывают что варианты. Все математики такие, все отказываются от денег. Это экстремальный вариант. Но вот интерес к деньгам у математиков ограничивается исключительно удовлетворением чисто обычных вот житейских потребностей. А ну, почему математиков не интересуют деньги, когда деньги любят счет? Потому что деньги любят счет,
Это поговорка для тех, кто любит потреблять. Это вот общество потребления. Ну, или для тех, у кого очень низкая зарплата. Все-таки у работающих математиков не такая уж низкая зарплата, да? И потребностей у них очень мало. Но верно ли при этом утверждение, что математики в случае необходимости могут легко заработать деньги? Конечно. Ну, просто не хотят. Ну, не все не хотят. Интересные. Я вон читала, есть история Эдварда Торпа, который придумал, как обыграть казино. У нас есть много олигархов, которые любили математику и любят до сих пор. Не надо вот это про казино. Казино обыграть нельзя. Невозможно, да? Да, на эту тему есть отличный это самое анекдот. Какой? Блондинка заходит в казино и ставит на 29. Интересный выбор. Да. И выигрывает. Все, что выиграло, тут же ставит снова на 29. Опять выигрывает. Ну, в третий раз уже как-то там включаются какие-то механизмы, ей не дают, она обиженно идет к двери и уходит. Ее догоняют репортеры. Девушка, скажите, почему-то? Как? Как вы выиграли? Как вы знали, куда ставить? Да еще дважды. Она говорит, очень просто. Вот я всегда очень внимательна к номерам. Ну, вот во сколько я встала? В 9:00. Ну, хорошо. А сегодня какое число? 9, не знаю, сентября. Ну. А когда я вышла, то автобус, которым я ехала в казино, был номер 9. Ну хорошо, а при чем тут 29? Ну это же 9+9+9. Но все-таки вернемся к школе. Вы говорите, вот, что если есть способности, нет способности. Вообще, почему-то многие учителя, ну и родители в том числе, придерживаются такого мнения, что все-таки точные науки, они для мальчиков, ну а девочки, они у нас просто красивые. Ну это работает чисто или нет? Статистически верно. То есть это верно в смысле наблюдаемых процентов. Ну вот на сборной международной математической олимпиады очень редко появляются девушки. Этот год большое исключение, да. Как вы знаете, наверное, да. Нет, не, не знаешь, слышала, нет, но приятно. У нас 42 из 42 девочка Галия Шарафетдинова из Казани. Она абсолютный чемпион Олимпиады. Это вообще случилось с каким-то из наших российских школьников, этот 42 из 42. Угу. Первый раз за много лет. Здорово. И еще и девушка. Слушайте, как приятно. Да, и она, так сказать, ну, за счет этого результата, ну и за счет остальных, конечно, ребят, тоже неплохо выступили. У нас второе место, но это уже который год подряд второе место. А чисто вот статистически, если мы честно будем оценивать способности, то распределение будет где-то 90% парней и 10% девчонок. Ну, может, 95 на 5. Ну, в общем, там как бы большинство будет парней, но не то, чтобы это будет прям все поголовно. Программирование ближе уже к все поголовно. Там прям вообще девочки почти не встречаются. Тоже есть исключение. Сейчас одна тоже подрастает, есть, гениальная, да, девчонка. А вы вообще за разделением? Потому что вот у меня в школе были лингвистические классы, математические классы. К старшим классам можно. К старшим. Но не к средним. Угу. В среднем можно делать профиль. Но надо обязательно сохранять предметное содержание всех основных предметов в полном объеме. То есть, если речь идет о мат-классе, как сейчас вот Света моя учится, в пятом мат-классе в 444-й школе, ну, остальные предметы тоже, по крайней мере, формально, они должны вестись, там другой вопрос, что с учителями по этим предметам. Но принцип такой, да, что до 9 класса все должны освоить полностью школьную программу. 10-11 и обсуждаем, и вполне возможно, что нужно вводить уже специализацию по интересам. Ну и гуманитарии наконец-то могут гуманитарии выдохнуть. То же самое, если там любит человек историю, литературу, он ее углубленно изучает. Но это не значит, что он математику забросил, да? Квадратное уравнение он решать должен уметь. Ох, и так ох далее. Уж эти квадратные и дроби, уравнения. И проценты, и все, что нужно, геометрия в полном объеме общего образования. Я помню свой учебник, экспериментальный учебник по математике, и помню, что родители с высшим образованием не могли понять условия задач. Вообще есть какие-то учебники, на которые стоит равняться, по которым стоит учить своего ребенка? Если родители не могут понять условия задач, это не очень хороший учебник. Ну, это понятно, очевидно. Но школа предлагает такие. Да, замудренные, но не очень хорошие. Школа предлагает сегодня такие. Да, сегодня есть проблема. Есть такой учебник «Система Питерсон». В принципе, он для сильных детей ничего, но нужно обязательно, чтобы рядом сидел взрослый, который
хорошо прошаренный в математике, объясняет везде, где там недообъяснено. То есть, как учебник для одного ребенка, он категорически не может использоваться просто. Угу. Без взрослого. В принципе, не может. Но если есть готовность заниматься со взрослым, то это хороший учебник. Ну, вообще, рассуждение про учебники, возьмите сталинские учебники, все хорошо там. Ну, вообще, кстати, самое сильное образование в России, я правильно понимаю, да, было при Сталине. 50-е годы, да. Ну, Сталин, Хрущев. Как он этого достиг? Да, в общем-то, небольшая мудрость. Просто не заниматься педагогическими экспериментами. Есть классная урочная система Яна Амоса Каменского. Вот и все. Она работает. Больше не работает ничего. Неоднократно проверено. Сколько всего предлагали, сколько всего пытались внедрить в школу, какие-то новейшие практики, способы ведения уроков, то да сё. Все заканчивается только один. Одним способом. Класс этот знает хуже математику, чем классы, где нормально учили. Весь успех образования связан с абсолютно экстремальной консервативностью этого процесса. Так, может быть, вернуть тогда сталинские, конечно, стандарты образования, конечно, советские, но учебники? Это если я буду командовать. Меня туда на выстрел никто не пускает. Так, командовать парадом должен Алексей Саватеев. Да, значит, это в первом приближении было бы очень хорошо. Но у всех новых методик, которые не работают, есть свои интересанты. То есть, если, например, ты заявляешь, что теперь мы будем использовать какую-нибудь фишку, не знаю, экран, там, то сразу ты можешь этот экран установить везде, да, или цифровую платформу какую-нибудь, да, угу. Вот теперь будет на цифровой платформе все. Это поломает весь учебный процесс всей стране, но тебе это принесет огромную прибыль, потому что ты единственный эксклюзивный производитель этих платформ, а чиновник в Министерстве просвещения твой друг. Ты ему платишь соответствующий процент, соответственно, это получает госзаказ. А более того, чтобы оправдать, что они это сделали, они делают надбавку тем учителям, которые халтурно ведут урок, переключаясь на эти платформы. Вот такая замечательная система работает в России. Работает и работает. В Москве везде она сейчас работает. Вопросы все к Собянину. Пожалуйста. Вопрос к нему, вопрос, значит, к власти московской, образовательной, департаменту, вопрос к чиновникам. Почему это происходит? У меня ответа нет, точнее, я только что его дал. Потому что личная заинтересованность оказывается выше, чем любовь к своему народу. Потому что если это всем станет абсолютно кристально понятно, то в следующий раз им вот это все распиливать будет сложнее. Если они не устранят каким-то образом помеху в лице Алексея Владимировича Саватеева. Ну, я надеюсь, что этого не случится. Я тоже надеюсь, они не похожи на бандитов. Это воришки. Почему я готов это рассказать? Потому что я не отношусь к ним как к убийцам. Это другая категория. Но для этой категории тоже существуют уголовные статьи. Но на самом деле все мы помним цитату Германа Грефа, когда он говорил, что людям не надо давать знания, потому что ими потом сложнее управлять. А потом у нас появились сберклассы. Вообще банк должен вмешиваться в дела школы? Греф такой честный, супер. Вот как сказать... Ему спасибо за честность. Вопрос исключительно к тем, кто его приглашает после этих слов. Да, и кто дает возможность организовывать Сбербанк. Сбербанк, вот сиди и работай. Тебя никуда не прогоняют. Хороший менеджер Сбербанка. Куда ты лезешь? Зачем? Какое образование? О чем ты говоришь? Да ты ничего про школу не знаешь. Ну, так он постоянно критикует советское образование. Я считаю, что советское образование было эталонным. Не надо ничего считать. Советское образование было хорошим. Лучше того, что было в 50-е годы, ничего с тех пор не было ни в одной стране и никогда. Соответственно, мы не утверждаем, что там было прям идеально, но мы утверждаем, что те проблемы, которые тогда были, они уже просто нерешаемы в школе. Школа как институт очень сложный. И некоторые проблемы нерешаемы. В частности, нерешаема проблема разного уровня школьников внутри одного класса. Она нерешаема, с ней надо жить. Каждый учитель с ней как-то живет. Когда приходит человек, который говорит, что он предложил гениальную схему, как ее решить, это шарлатан, которого надо гнать с ссаными тряпками. А вы можете сказать вот тем, кто выступает за цифровизацию образования, какие минусы и в чем опасность? Ну, основной минус на самом деле очень простой. Вот там есть такая категория, есть категория лиц, которые кричат, что караул, наши данные все похитят. Ну да. Да, но дело в том, что это не главная претензия. Данные ваши все равно все уже там. Вот у меня плохие новости. Этот фронт мы проиграли. Может быть, его не надо было проигрывать, но мы пока как бы задевались, мы его полностью проиграли. Все данные абсолютно всех там находятся. Нет смысла воевать на том фронте, где мы уже проиграли. Воевать надо там, где у нас еще есть шанс. Есть шанс, да. Так. Так вот,
Цифровизация, с моей точки зрения, плоха идеологическим тезисом, что учителя может заменить экран. Это тезис неверный. Учителя не может заменить экран, он может его дополнить. Конечно, как ребенок у компьютера переспросит, если он не понял. Ну да, да, да. Но тут очень много моментов совершенно очевидных. Тут даже как-то странно видеть со стороны там, Института образования Высшей школы экономики, что цифровые продукты вообще ни в чем не уступают учителю. Вот мы читаем эту фразу, да? Эту фразу написали ученые, у них какие-то там должности доктора, там, наук, да? И они в своей области, не в чужой, а в своей области, говорят заведомо неверное утверждение. Как после этого я могу серьезно к ним относиться, как к ученым? Как? Никак. И не могу, и не отношусь, потому что это просто идеологическая секта. Они там какую-то повестку продвигают цифровую. Кто-то из них просто честные прогрессисты. Ну, умалишенные люди совершенно, да? А кто-то за деньги это делает, а кто-то это делает, потому что ненавидит родину и хочет, чтобы здесь не было никаких умных людей. Принудительная цифровизация школы вот в таком тотальном плане, это, конечно, огромное зло. Ну, вроде сейчас это поняли. Я думаю, что этот фронт мы можем и выиграть. Ну, вы ведь написали манифест спасения массовой школы. Можете вкратце рассказать, потому что он длинный, большой. В чем суть? Вкратце суть ровно в этом. То есть классно-урочная система Яна Амоса Каменского как основа образования. Ничего не менялось ни с введением каких новых технологий, ни с какими открытиями. Ничего. Осталось ровно одно. Живой учитель, перед ним спокойно сидящий на своих партах класс. Угу. Там есть момент с методикой Базарного, до конца не проверенный нами еще. То есть есть люди, которые говорят, вы все правильно говорите. Предметные знания, все такое. Но смотрите, дети, которые переходят то сидя, то стоя, занимаются, и здоровье сохраняют, и лучше усваивают предмет. Ну там, да, элемент как бы сектанства там тоже есть, но это не то, это вот не то совершенно античеловеческое такое технократическое сектанство, как у Грефа и компании. То есть это другой уровень. Ну вообще, я так понимаю, что сейчас существует еще дефицит учительских кадров, да? Огромный. Потому что все-таки очень мало учителей, которые умеют работать с детьми, которые действительно талантливо объясняют, как вы это делаете. Ну а как ты хочешь? Это из-за зарплаты или из-за чего? Конечно, или все-таки уровень учителей тоже упал? Это из-за зарплаты. По всей стране, кроме Москвы, это из-за зарплаты. В Москве дефицита особого нет. То есть в Москве там целый ряд других проблем, но все они совершенно другого уровня. То есть сборная по математике, по экономике, по физике, там, по информатике почти целиком, ну или там на две трети, наверное, я не знаю точных цифр, но невероятный перекос в сторону столиц. Это показывает что? Показывает, что настроить процесс хорошо умеют только в этих городах, ну исключение составляет по стране еще несколько школ, может быть 25-30. В принципе, конечно, в каждом городе есть хорошая школа, одна, да? В некоторых даже по нескольку. В Казани много хороших школ, да? В Петербурге, в Казани много хороших школ, в Москве тоже. Три таких как бы явно города есть, выделяющихся. Ну, в принципе, в миллионниках тоже неплохо, там Новосибирске, конечно, есть. Вот, даже несколько. Но в целом это все по пальцам, то есть это как бы, это отдельное исключение из правил. И, соответственно, главной проблемой всей России являются чудовищно низкие зарплаты. И более того, если бы хотя бы вот эта реальная зарплата, которую получает учитель, была ему гарантирована независимо ни от чего. Нет, там вот такая часть гарантирована совсем, вообще, ну, за которую просто даже на сухарях не прожить. И вот такая, если ты вот послушно участвуешь в этих бессмысленных, непродуманных, совершенно вредных экспериментах, вредоносных. То есть там добавляют да, за это? Да, и тебе добавляют за это. О-о-о. То есть за развал добавляется. Вот что я призываю немедленно остановить, да, вот эти вещи. Это уже оздоровит ситуацию очень сильно. Сразу. Ну а дальше уже можно, конечно, нужно доводить до 60 тысяч, как минималки. То есть 60 тысяч за одну ставку. Одну, внимание, одну ставку. Как минимальная зарплата учителя. И в этом случае можно уже не рекомендовать брать больше полутора ставок. В большинстве российских регионов 90 тысяч – это больше, чем во многих бизнес-конторах. Это будет нормальное такое, как бы, продолжение жизни выпускника из школы. Ну, на этом можно, да, жить. Это, да. Можно жить, да. Можно создать семью. На 17 тысяч рублей, можно, как, да, я опять-таки где-то читал. Сегодня это на конференции я выступал там вот по демографии. Так сказать, ну как человек может рожать детей, если он просто не проживет, да, на текущий день? Ну вы вначале решите этот вопрос. Вот, ну вот хотя бы для учителей, для сословия учителей. Они же пример для всех. Пример, да? Если у нас
это самая уважаемая профессия, станет себя немножко лучше чувствовать. А сколько там бюрократического ада? Uh-huh. Это надо просто видеть. У меня отдельный слайд есть, да, бюрократический ужас. Uh-huh. Сколько там всего, боже ты мой. Но я еще раз призываю Анзора Музаева, раз уж взялся за гуш, то доводи до конца. То есть ликвидируй любую отчетность, жестокой поганой метлой гони всех, кто к школе приближается с вот этими всеми требованиями, да? Все эти санинспекции, все. У нас гиперопека. Ее надо отменять первым делом. Мне, знаете, понравилась еще одна из ваших инициатив в рамках доктрины родной школы. Организовать в стране проект «Расскажи о своем любимом учителе». Найти всех прекрасных педагогов, да. Премировать надбавкой 100 тысяч рублей в месяц и попросить их о наставничестве над молодыми коллегами. Ведь да. Вообще ну, классная это идея. Очень классная неужели идея? Ее наверху не поддержали? Ее никто не поддерживает. Ее поддерживают на словах. Замечательная идея. И все, и тишина. Но тут есть вот что. Я знаю их возражения. Ну, вот так, если я буду как бы честно сам с собой, то возражение довольно серьезное. Начнутся подделки. Ну, вот мне сказал один человек из Совета Федерации, фамилию не буду называть, серьезный человек. И он говорит, Алексей, не получится сделать это так, чтобы действительно всплыли настоящие учителя. Тут же прознают об этом и будут подсовывать, так сказать, будут договариваться. С детьми? Я тебе пятерку, ну, а ты про меня отзыв хорош. Да, что-то начнется такая вот фигня вся. То есть здесь надо как это надо делать разово. У нас государство плачевное, на 3 с минусом сейчас. Оно не сможет провести такую операцию. И, соответственно, как бы либо это должны поднять общественные инициативы какие-то. Uh-huh. Ну, в общем, я эту идею все равно, я не забываю ее, потому что ее бы реализовать очень хорошо. Поэтому я ее реализовал в одном конкретном случае, я не буду этот случай называть, чтобы никто не завидовал. Просто через друга бизнесмена, который одному человеку помогает. Да. И таких историй несколько по стране есть. Смотрите, каждый из вас, кто нас сейчас слушает, кто еще не взял на себя социальную роль, вот я там сейчас выполню роль царя нашей страны. Да, вас вообще не называют, кстати, теневым министром просвещения. Да, вот я сейчас выступлю как теневой министр просвещения. Я призову этот вопрос решить. То есть вот если вы знаете, и вы из какого-то города, Н, М, Л, С, К, да, у нас mm-hmm. много прекрасных городов, как поет Шнур, да? Много городов у нас в России, да? Нету пальцев столько на ногах. Вот, так вот, значит, если это самое, меня слышат бизнесмены из какого-то города Л, который учился, несомненно, он, если он успешный бизнесмен, он, несомненно, учился в прекрасной школе. Это да. Никаких сомнений нет. Вспомни о своих учителях, вспомни, посмотри, зайди в школу, изучи вопрос, найди, кто реально сейчас еще работает, дай стипендию 100 тысяч в месяц, без отчетов, только, пожалуйста, не сажай туда комитет из посредников каких-нибудь, угу. да, которые будут этим заниматься. И попроси приходящих в эту школу новых учителей как-то вот направлять. Хотя, скорее всего, этот учитель и так это делает. Да. Понятно, да? То есть, как бы пока нет возможности это реализовать на уровне Министерства просвещения, надо это делать в частной инициативе. Вот я, если кто меня слышит и уважает, пожалуйста, сделайте это. Сейчас страну надо выносить на собственных руках. Государственные институты валяются в грязи, и вы это отлично знаете. Соответственно, мы должны государство поднять. Да. Сами. Россия 2062. Знаешь такую контору? 2062? Да. Мои Нет. хорошие друзья, я сам да? в нее вступил. Это такое движение людей, неравнодушных к своей стране, которые, ну, в общем, уже отчаялись чего-то реально ждать от какой-либо власти, и просто сами на своих местах делают что-то полезное для своей территории. Ну вот. Получается? Нужно, да, в таком духе жить. Есть? Да, есть места, где чиновники не очень мешают. Где такое эти случается? Места? Просто нет, в какие есть, школы есть. Потом вести своего ребенка? Ну, в какие школы, если ты в Москве живешь, это совершенно не вопрос. Да? Да, в Москве школ хороших предостаточно. А у вас... Вот что делать там сельской территории, где там во всей округе за 100 километров нет ни одного учителя географии, ни одного учителя физики, вот это вопрос интересный. На него сегодня ответа нет. Поднимите зарплату, может быть, учитель будет. Вообще удивительно, ведь вот на Западе, в Америке, там вот такая репутация у учителей, при этом не всегда они дают хорошие никакая, знания, потому никакая, что я знаю никакая, лично. Никакая, поверь мне. Никакая? Но зарплаты там хорошие. Зарплаты хорошие просто потому, что вообще богатые страны. Образование развалено везде, кроме Китая и соседних стран, там,
может быть, Корея, Япония, и то наверняка не уверен. Про Китай гарантированно, да, мы знаем про их реформу, это вот прям по нашему манифесту. То есть те, кто считает, что я отдам своего ребенка на Запад учиться, они заблуждаются глубоко. Да, там вырастет обезьяна, только прилизанная и умеющая говорить... Hello. Кстати, сегодня очень многие, с учетом еще ситуации, думают, что они поедут учиться куда-то туда. А высшее образование все-таки как-то где да. сейчас? Ну, за рубеж. Ну, их не очень ждут. Там нужно будет трижды отречься, да? От своей страны, от своей культуры. Не только от Путина, а именно от всего, что связано с Россией. Я бы не советовал никому уезжать. Но если там ты не готов реально, да, вытереть ноги обо все, что... так сказать, что связано с твоей землей. Ну, предательство – самый страшный грех для русского человека. Но многие говорят, что мы сегодня жители планеты Земля, вся Земля для нас, границы – это надо, условная вещь, этого. Мы космополиты и так далее, и так далее. Не надо этого. Бывает, встречал таких, да. Ну, на самом деле, это очень наносное, то есть это… Человек себя так ощущает, покуда он реально не столкнулся с каким-то чужим, агрессивным и ужасно неприемлемым для нас культурным кодом. Понимаешь, да? Один Но менталитет у всех разный, это профессор, понятно. Да? Я не буду его называть фамилии. Очень известный в нашей области. И? Вернулся недавно из-за рубежа. Ой, он тут все хает, что тут творится в школах, это вся бюрократия, я с ним полностью согласен, да? Но при этом он что-то хвалит там, Голландию хвалит, да, Америку, и там этого всего нет. А что вернулся-то, говорю? Ой, Алексей, там вот такое, понимаешь, дело, там с самого начала их уговаривают менять пол. Ох. Это не пропаганда Russia Today, это правда. Я думал, это какие-то единичные случаи. Да нет, система. Система. Это знакомит всех. Это общая система. Какие-то школы могут отбрыкиваться от этого. Где-то да, где-то директор, там, старый консервативный француз какой-нибудь говорит, у меня этого не будет, пусть меня посадят. Такие герои есть. Но в целом программа полностью настроена на это. Но это неприемлемо не просто, ну, как бы, то есть ты хочешь взять пистолет и перестрелять всех. Ну, по крайней мере, в моем случае это так. То есть я не могу просто даже про это слышать. А... Человек хочет туда уехать, да, и учиться где-то. А детей он где будет нет, рожать? Нет, ну это ужас. Это нет, просто это ужас. Грани, просто. Да. Это не просто ужас, это ад на земле. И это уже с нами. Поэтому извините, ребят, что бы вы ни думали про нашу власть, можно ее ненавидеть, можно ее любить. Но землю родную надо любить, потому что все остальные земли гораздо хуже. То есть Россия останется последним оплотом нравственности в этом мире? Не знаю. Может, католики сбрыкнут. Непонятно. Это не очевидно. Но факт тот, что на сегодня кажется, что Запад все, да, приехал. Ну, то есть я не могу дать прогноз, я не футуролог. Угу. Мы готовы взять на плечи свою страну, мы готовы взять на плечи свою культуру и ее через этот брак провести. Но если нас там через год всех куда-нибудь денут, то я не отвечаю ни за что, да. Вот, то есть я бы хотел, чтобы это было правдой, чтобы здесь было последнее пристанище, последний ковчег, чтобы сюда ехали иностранцы, как они, кстати, и делают. В Переславле куча семей живет иностранных, нормальные консервативные семьи с кучей детей. Многие православие принимают, многие живут как есть, со своей верой. То есть это люди, которые, ну, их культурный код старый, там, старой Америки, старой Франции, старой настоящей Германии, он несовместим с происходящим сейчас за рубежом. Просто несовместим. И они бегут сюда, они бегут и терпят тоталитаризм, терпят там Путина нашего, да, чего они еще терпят. Ну, правда, что-то как-то с ними поговоришь, они даже. Они говорят, что, Алексей, в моей жизни Путина никакого нет, я ничего не знаю. Многие любят Россию, но я думаю, что после 24 февраля многие просто испугались и побежали туда. Ну, можно пугаться, что заберут на фронт, и там ты быстро умрешь, да, вот в этом плане, то есть чисто за свою шкуру. Это я понимаю, есть профессиональные люди, которые, они не заточены под войну. Они жили и учили математики детей, и вдруг им пришлось, значит, бежать. 21 сентября можно было сделать так, чтобы они все не уехали, если бы гарант дал гарантию. То есть вышел бы по телевизору и сказал, ни один учитель, ни один ученый, начиная с кандидата наук, да и с аспирантов тоже, ни один, я лично
участвовал в написании письма, которое попало президенту на стол. В нем указывалось катастрофические последствия для страны вот этого интеллектуального бегства. Но я знаю дальше из кулуарных источников, что с этим письмом произошло. Имеются признаки того, что он связался с Шойгу, и тот ему сказал нет. Мы не можем дать таких гарантий. И люди, которые ни при каких условиях не готовы себя видеть на войне, они, конечно, после этого уехали. Ну, что здесь сказать? Я думал, что это недосмотр, но сейчас я понимаю, что это, возможно, стратегия. Потому что, ну, как бы, нелояльность уехала, да, вместе с интеллектом. Может быть, и лояльность, но у страха глаза велики. Ну, Москва визуально стала по-другому выглядеть. Он разом избавился от миллиона людей, выходящих на митинги. Просто. Они просто все сбежали. Это да. Если не давать моральные оценки, а дать чисто вот оценку, ну, политическую, да, то да, он добился того, чего он хотел добиться. Теперь нет протеста. Да, протестов нет, но они есть в интернете. Интернет-то никуда не делся. Никому не интересует абсолютно. Кстати, у вас есть видео интересное, я не знаю, насколько вы можете или нет говорить об этом, математика военных действий. А там очень много вот красивых задач. А вот здесь можно ли просчитать нынешний конфликт и какой-то его исход или нет? Нет, тут не о конфликтах, тут о самих военных действиях есть несколько задач очень красивых. И если полководцы их не знают, они будут плохо вести войну. Это задача полковника Блота, это задача о поражении объекта, да, это как минимум две задачи, которые должен знать каждый военачальник на зубок. Да. Хочешь сформулировать задачу, которую чья страна лучше решает, та, в общем, имеет больше шансов на победу. Так. Есть объект, его надо поразить, но у него ПРО. ПРО сбивает любую летящую ракету с вероятностью 99%. Так. Сколько ракет надо послать, чтобы сбить этот объект, наоборот, с вероятностью 99%? Если одно, то ты собьешь с вероятностью 1%. Да, всего лишь. Задача очень сложная. Сводится к высшей математике. Есть ответ? Есть ответ. Сколько? Ну, я не знаю, просто интересно, чтобы вы сами же получили этот ответ. Так. Но не-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 не. Нет, это, я это очень математику трудно. Сейчас нет, это очень трудная математика. Я уже собралась на хотел бы предложить, не выдавать сразу ответ, я знаю ответ, но надо предложить нашим... Зрителям. Да, зрителям его найти. Там появится понятие логарифма, которое изучается в школе. Там появится понятие числа Е, которое изучается в ВУЗе. Угу. Вот, это вот намеки, подсказки. Ну и там будет некий ответ. И если военачальник вот такие задачи щелкает, как орешки, то он использует ракеты строго экономно и строго по делу. Угу. Если нет, то либо он не собьет объект, потому что будет думать, что нужно меньше послать, либо собьет с таким запасом, что на следующий у него не будет ракет. Математика выигрывает войну. Но вы наверняка ведь просчитывали все-таки, у кого сейчас больше шансов? Нет, это зависит от того, насколько будут участвовать те страны просто. Ну и потом, опять же, вот мы говорим о шансах, а мы знаем цели. Вот какая цель? Если бы мы знали, что цель — это именно выиграть войну, заняв всю территорию Украины, это одно. А если цель, например, чтобы эта война была все время, 10 лет подряд, как незаживающий нарыв, делать эту границу... Вот эту вот границу, да? Угу. Неопределенный, спорный, и где все время идут военные действия. Ты уверена, что у наших начальников не такая цель? Неизвестно. И мне наверное, неизвестно. Наверное, одному Богу известно. И мне неизвестно. Непонятно, совершенно непонятно, сколько народу в России готово пожертвовать своей жизнью. Скажи, сколько, я скажу, кто победит в этой войне. Если ты скажешь 5 миллионов, я скажу, что точно победит Россия. Все равно. Может быть, через 5 лет, может быть, через 7, но государство Украины не будет существовать. 5 миллионов. Если скажешь мне, что 500 тысяч, я скажу, что... Не хватит. Не просто не хватит. Проиграем. А может быть, что мы проиграем эту войну. А если 2 миллиона, то что-то вот в таком духе, как сейчас. Вот это я могу сказать. Но мы не знаем этого. Алексей, я знаю, что вы верующий человек, вообще говорит, что математика говорит на языке Бога. А если бы удалось поговорить с Богом, о чем бы попросили его сейчас? Мир настолько сошел с ума, что одной просьбой не ограничишься, даже 100 просьбами. Не знаю. Раз так все идет, значит, видимо, так было задумано. Когда я встречусь с Богом, я не буду говорить, он меня будет судить.
Мне кажется, вам скажут «добро пожаловать в рай». Не знаю, ничего не знаю, абсолютно не уверен. Тут православная картина мира, она чрезвычайно запутанная и сложная, и это хорошо. Там есть определенные наметки, да, в виде 10 заповедей, но как их понимать там, если у тебя конкретная ситуация, просто вот ты точно нарушишь одну из них, да, какую ты выберешь сейчас, чтобы нарушить? Ты предашь или обманешь? У тебя друг что-то плохое сделал, но по его там оплошности произошла на заводе авария, погибли люди. Да. Ты дашь на него показания или нет? И вот такие ситуации, да, их в жизни христианина огромное количество. И это выбор между нарушением одной из заповедей. У тебя нет варианта не нарушить ни одной. И вот ты выбираешь, ты потом идешь, на то и есть покаяние. Меня спрашивают, зачем вам это покаяние? Вы там себе все прощаете, вы просто не грешите. Я говорю, в этой ситуации что делать? Невозможно, да? В этой ситуации ты либо предаешь, либо врешь. А читали ли вы работу Анатолия Вассермана, который уверял, что он математически доказал, что Бога не существует? Он математически доказал... Несуществование определяемого Вассерманом Бога. То есть, знаешь, есть такой Анатолий Вассерман, дал определение Бога и доказал, что в соответствии с определением Вассермана Бога не существует. При всем уважении к Анатолию Александровичу, это бред сивой кобылы. Ну, я надеюсь, что он не обидится. Он, конечно, это увидит. Мы с ним переписываемся время от времени. Да? Да, по делам школы. Там иногда бывает, что он как депутат может что-то сделать больше, чем я. Вот, так что никаких личных у меня к нему нет, как сказать, антипатий, ни малейших нет. Но данное рассуждение, я должен сказать, оно не выдерживает никакой критики вообще. Вас как-то спросили, есть ли что-то неподвластное математике? Вы сказали, любовь. Безусловно, очень много чего есть неподвластное математике. Математика вообще как бы это язык работы с материальным миром, как я ее и определил в самом начале нашей беседы. Mm-hmm. Да? То есть математика описывает функционирование машин, которые ты строишь, там, башен, вот эта башня наша, Останкинская, я только что там был на экскурсии с женой и с детворой. Господи, это одно из величайших вообще интеллектуальных творений человечества. Правда? Да, я 10 лет на нее смотрела и как-то не осознавала. Вот просто вот подумай, почему она стоит, почему она не падает. Подумай, она вот такая, она самая узкая, наверное, тоненькая, в мире вообще, да? Из таких сооружений. Там эта система тросов, там... Такие уравнения, а этот, кто ее делал, этот самый Никулин, по-моему, фамилия, это просто гений, это человек такого уровня, которого, ну, сейчас просто таких нет, вообще нет. Это вот советское поколение, вот то, результаты советской школы. И это невероятно сложная ситуация, и это математика. Вообще, кстати, есть такая еще профессия футуролог. Она какое-то отношение к математике имеет? Никакого. Примерно то же самое, что слово шарлатан. Да? Почти то же самое. То есть ни одного реального футуролога, который бы не был шарлатаном, я не знаю. Первое, что я спросил у ребят, которые мне позвонили из России 62, вы футурологи? Я собрался уже послать их на три буквы, и тут они говорят, наоборот, мы их ненавидим. Ага. Надо делать страну, а не предсказывать, что в ней будет. Надо делать это будущее руками. Они поехали на север и Териберку подняли, вот эту, где снимался фильм «Левиафан». Там говорят, сейчас это конфетка, там куча отелей, все приезжают, экопарк, все такое. То есть это вот своими руками взял и построил то будущее, в котором ты хочешь, чтобы жили твои дети и ты сам, да? То есть футурологи рассказывают про то, как будет технично все, умные дома какие-то там, ты будешь только валяться на диване, там, нажимать кнопки и жевать жвачку. А ты хочешь жить в таком будущем? Я вот не хочу. А ты хочешь, чтобы твои дети были дебилы, которые лежат на диване и нажимают кнопки? Мне это не надо. Соответственно, я должен строить то будущее, в котором я хочу, чтобы жили мои дети. У меня 5 детей. Я связываю их будущее со страной Россия. Алексей, спасибо вам большое за это чудесное интервью, за вашу любовь, на самом деле, за неравнодушие, за то, что боретесь за наших детей. Делаем, что можем. Делаем, что можем. Знаете, ну, как бы у меня много, в общем, высоких защитников. Это как-то сказать, может, меня бы и хотели куда-то устранить, но у меня есть защитники, есть люди, которые мне симпатизируют в высших кругах. Надеюсь, что не посадят. Будем стараться бороться, как можем. Прорвемся. Да, будем стараться. Ну, опасаясь, значит, спасают. Чего ж, тоже как бы. Нет сумы, нет тюрьмы, как известно, да? Нет. Ну, после этого интервью будем сидеть вместе. Спасибо большое. Всем, Маткуль, привет и пока. Ну, то есть, есть отдельные очаги, но массовым образом...
Массовым образом решил эту проблему только Китай. Все. Ну, как Китай решает, это тоже, извините, тут все эти системы тотальной слежки, контроля и всего остального. Учителя огромная свобода. Учителя, очень да. большая. 10% максимум может быть контента цифрового. Это в Китае, который все на цифры посадил. А в живом учебном процессе 90% учитель. Mm-hmm. Зарплата учителя в Китае в 2,5 раза, при тех, в той же нагрузке в 20 часов в неделю, как у нас 18, у них 20, по-моему. Ну, в общем, при одной ставке, нормальной нагрузке в неделю, у них зарплата в 2,5 раза средней, больше, чем средняя. Средняя в Китае примерно как у нас. Mm-hmm. То есть, по сути, мы можем говорить о том, какая зарплата у учителя Китая в переводе на наши деньги. 150 тысяч рублей в месяц. Хорошо. Обязательным образом. Ну, это нормальные деньги, да. Казахстан. 100 тысяч рублей в месяц. Угу. Бегут все туда. Все школы наполнены нашими учителями, которые сбежали после 21 сентября. Они не только от мобилизации, они еще и от условий сбежали. Но там их встречает полностью разрушенная американскими руками система педагогики. То есть им как бы нужно прорываться сквозь вот эти вот ужасные проектный подход, деятельностный метод. То есть там очень хорошо поработали американцы, гораздо лучше, чем у нас. И они, ну, они могут поднять Казахстан, они могут сделать так, что там будет лучше, чем у нас образование. Обидно. Очень обидно. Мне просто безумно обидно. Ну какой Казахстан? Это, блин, они коров недавно пасли и баранов. Ну, я прошу прощения, если кто-то из... Я извиняюсь, тут страшные вещи говорю, да? Но на самом деле честные казахи это сами знают. Ну, какой Казахстан? И вдруг вот мы выясняем, что они сейчас лучше это могут настроить, чем мы. Потому что наши настолько вот схватили эту всю область, вот эти воры,